Искусство разделки. Три составляющих. Первое – хороший нож, второе – опыт и третье – острый глаз. На панцире нарастают водоросли всякие, песок, моллюски, поэтому мы их счищаем, нам они не нужны. Это можно вот так вот делать либо ножом, либо металлической губкой. Вот так вот. Вот, и можем ополоснуть. Я сейчас вот открою одну мидию. Оп, вот, кстати, да, бывает и такое, что она ломается. Так как у нас треснул панцирь, я вытаскиваю мясо мидии. Вот, мидия крепится, вот, эта мышца остается, и вот это чистое мясо мидии. Следующую мидию открываем. Вот эти ниточки, они одним концом крепятся к мидии, к мясу, а вторым концом они крепятся к камню, либо к чему прикреплена. И когда она живая, перед варкой вы ее просто прочищаете немножко, потом берете за эти ниточки и вниз вытягиваете. Все, вырываем. Мидия готова. Ножичком аккуратно стараемся, чтобы не порезаться, ну и не повредить панцирь. И вот так вот открываем. Она у нас тоже чистая, и панцирь сохранился. Сохраняем ее в панцире. Разделка мидии может вывести из себя, потому что раскрыть раковину не так-то и просто. Но секрет заключается в том, что сырыми их не открывают, а разделывают только вареные.